Приветствую вас. Для начала мне кажется, имеет смысл вообще вам определиться с тем, чего вы хотите. Потому что вот вы не знаете, что делать именно по этой причине. Не знаю, что делать, потому что не знаю, чтобы что. Если что-то делать, то ради чего-то. Может быть для чего-то, вот, а так у вас получается, что вы не знаете для чего, просто, как я думаю, это может быть первой проблемы такой достаточно серьезной для вас. Потому что, скажем так, здесь есть неопределенность. Дальше. Желательно понять, из-за чего вы расстались с молодым человеком своим. Вот. Именно из-за чего вы расстались. Что послужило причиной, основанием для того, чтобы вы расстались. Я полагаю, что у этого есть, опять же, причины. Определенную причину. Вот. Дальше. Идем. Вы пишете, очень его люблю. Имеется в виду молодого человека. Хорошо. Хорошо. Допустим, вы его действительно любите. Давайте попробуем. Попробуем. Понять немножко. Еще ваша любовь состоит, что она представляет из себя, ваша любовь. Мне кажется, это очень важный момент. Один из самых важных моментов, потому что вы говорите, что это любовь, и у меня нет оснований думать, что вы обманываете. Вот. Но у меня есть основания предполагать, что вы можете заблуждаться. Вы можете заблуждаться относительно того, что чувствуете по
отношению к мужчинам. Вот. Это нужно, на мой взгляд, преследовать. Вот. На мой взгляд, повторюсь. Дальше. Вы пишете, что человек не идет на контакт. Хочется спросить, а почему он должен? Идти на контакт с вами. Почему вы считаете, что он должен идти с вами на контакт? Я имею в виду человек, молодой человек. У этого тоже есть мои причины. Ваша какая-то такая, знаете, ну, условно говоря, нуждаемость в человеке, на мой взгляд, здесь требует внимания. Ну, мне так видится, повторюсь, то есть я здесь не хочу быть истиной в последней инстанции, ни в коем случае, но тем не менее говорю то, что может быть. Ну вот, соответственно, давайте постараемся ответить на несколько вопросов. Первое. Как вы восприняли расставание с человеком? Именно как вы восприняли. Второе. Что, по вашему мнению, вы потеряли с уходом молодого человека от вас? Повторюсь. Что именно вы потеряли? Вот. То есть, ну, вы ощущаете потерю? Если да, то как? Вы ее ощущаете. Как она вами чувствуется? Ну и так далее. То есть вот примерно в таком ключе нужно двигаться. Необходимо понять, что именно вы потеряли. В этой ситуации. И помочь вам
как-то компенсировать тот условно говоря, ну, тот негатив, ту вероятно фрустрацию, которую вы чувствуете. И тогда я думаю, что ситуация будет всяко лучше. Вот. Но опять же это так, как видится мне. Вот. Соответственно, если вам интересно, то обращайтесь за личной консультацией. Будем рады вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.